Окей, народ. Ну, всем добрый вечер. Сегодня уже, как догадались, будем заниматься по большей части DLC для Resident Evil. Что, собственно, у нас сегодня и закачалось, так что без лишних слов начнем. Итак, что же пришло сегодня днем? Днем сегодня пришло у нас... Ну, парочка костюмов, связанных напрямую с первоисточником, да? Ну, костюмы, так сказать, навевают ностальгию, но при этом не хватает как-то врагов в той же стилистике, там, скажем так. Вот, поэтому... проходить сегодня, короче говоря, будем дополнение. Дополнение у нас, опять же таки, называется The Ghost Survivors. И здесь у нас три различные кампании на прохождение. В принципе, я бы такое, что начал по порядку. Первая у нас из Роберта Кенда. Так, вот история о будущем, которого никогда не было. И... ночь, которая так и не закончилась. Смотря на маленькое безжизненное земное тело рядом с ним, Роберт Кенда направил ружье к себе, и тут его... Но звук, получается, самого радио помешал ему спустить курок. Из радио Маркелов. Ну, здорово. Ну, так вот, говорится, что из радио донесся со скрипом, скажем так. Или, ну. Ну да, где-то так, короче говоря. Донесся вся голос старого друга. Ну, так ложись. То есть отдыхай, чё ты. И голос говорит у нас, короче говоря: Роберт, напарник, пожалуйста, ответь. Я, получается, я получил вертолет, который сможет нас отсюда довывести. Встречаемся срочно, короче. Я буду держать позицию до тех пор, пока ты не придешь. Вот. Этот парень всегда был упрямым, и теперь он... Так, I mean, it's my thing, wouldn't hear anything. И после того, как он уже решил там что-то, он уже ничего не станет слушать. Прости меня, Эмма. Папе пора. Роберт встал на траур, так сказать, времени не было. Так, понятно, короче, надо встретиться в канализации. Ну что, Роберт, погнали. Там нас заперто, да? Ой, фонарик есть. Ну, короче говоря, да, та же самая механика, что и для остальных персонажей. Сэм, здравствуй. Ну так вот, опять-таки, запись с полицейских переговоров. Говорит офицер Милс. Штаб, пожалуйста, ответьте. Говорит штаб, какова ситуация. Появился самобой монстр. У них, получается, светящиеся глаза. И выглядят эти ублюдки довольно стрёмно. До трех? Почему до трех? Не обязательно. И
И говорится следующее. Мой напарник, получается, сам убил одного. Не-не-не. Выстрелил одного из них с близкого расстояния. Получается, это та существо, короче, умерло, но потом оно испустило какой-то сиреневый дым. Черт. Офицер, сохраняйте спокойствие. И этот дым, говорит, это самое, повалил моего напарника тут же. Но теперь он не может перестать кашлять. Так, судя по всему, ему тяжело дышать. Что-то происходит, где черт побери? Мы разве не собирались разобраться с этими существами при помощи... не помню, какой газ, но опять там разберемся, думаю. Так, успокойся, мы пока что ожидаем... подтверждение от, получается, исследовательского отдела Umbrella. Заткнись, что-то с этим тем газом не так. Вместо того, чтобы их убивать, он только заставляет их мутировать. Вот он что. Это довольно странно на выглядящий мистер Ракун. Я вам скажу. Так, посмотрим, что у нас здесь. Глаза-то действительно светятся. Понимаю, нам надо пробраться в канализацию через... парковку. Но парковка, конечно. Следовательно, их можно сжечь. Я так понял. Никаких там сохранений, я так понимаю, это исключительно на пробежку. Так, еще кто-то есть? Есть. Ух ты ж, мать твою за ногу. С патронами, конечно, не густо, ничего не скажешь. Так, здесь у нас обычные вроде зомби. Тут все плохо, тут ядовитые, я так понял, зомби. Оу. Так, ну это мой шанс. Рванем. Не просто все. Я смотрю, тут и патроны не выдают даже. Так, еще один там с ранцем дожидается. Так, что насчет газа? Вон он как теперь. Хорошо, значит, если перемешать, наверное, желтый с желтым, сейчас давай.
На магнум. Но магнума-то у нас нет. Поэтому... Так, Steel Boy. Ага, хорошо. И пистолет мы сейчас запилить. Скомбинировать. И можно заряжаться. А, блин. Так, этот ушел. У кого-то чертовски крепкие наколенные чашечки, я вам скажу. Так, этот есть. Наверх и вниз. Это что еще такое? А, там что-то одно можно взять. Хм. Интересный момент. Ну ладно, хорошо, пускай так. Так, зарядиться бы не помешало. Там у нас еще несколько патронов есть, но... Ну что это значит? Значит ли это то, что надо аккуратно пройти, не задев ни одного зомби? О, черт! О, черт! О, нет! Ну теперь я понял. В смысле закрыто? Черт! Так, забираем опять-таки порох один, забираем еще один. И понеслась. Комбинируем на патроны. Жестко, ничего не скажешь. Окей. Угу, так. Если можно взять что-то одно, я возьму зеленую. Так, вот он, да? И, по-моему, там еще... А, вот они все. О, плохо дело. Так, по-моему, ну, кто-то там еще находится со справа, но я не знаю. Так, а что мне еще есть? Ну, пистолетных патронов явно больше, так что я буду, наверное, пользоваться ими. Так, этот подорвался. Это что? О, блин. Окей, этот лег. Фух. А про что это? Вышло сегодня DLC такое, этот самый, то есть дополнение. Ну и прикол типа в том, что добавляется три новых истории, на которых не было. Ну, имеется в виду, как не было. Это истории как бы из альтернативной вселенной. Но мы-то знаем, что Кендо не
выбрался отсюда. Вот. Но тем не менее нам дают такую возможность походить, побродить, посмотреть. Что это за кнопка? Так, дорогой ты мой. Вот, я так понимаю, тут задача постараться просто пройти до конца и все. Выживая на непонятные какие-то вообще штуки. В смысле? О, блин. Ну так, а что же делать-то? Я так чувствую, мы получим таких людей сейчас. Никакой халявы. О, блин. Ну, здрасте. Что вы гоните? Понятно, я уже не встану. Ох, жестко, жестко, короче, вообще. Я даже не знаю, как это пройти толком. И по новой сюда. Ну это жесть. Это жесть, конечно. Это я так понял, для таких там заядлых уже хардкорщиков сделано. Так, заперто, заперто, да? Вот, а здесь еще и тупик, наверное, сделан. Ну, круто же, когда на ульт есть. Так. Я постараюсь, наверное, это забайдить. Чёрт. Вот, сделано так. Ну, типа то, что я хотел, но на самом деле не очень как-то. Так, тут пальнуть надо, да?
Кстати. А, нет. Но. Ну, кое-кто у нас здесь. Оу. Ах ты ж, зараза. Так, значит, что мы делаем? Мы, короче, комбинируем. Давайте так. На магнум пока у нас не понадобится ничего, поэтому я патроны на дробовик сделаю. Пока что он действует вполне себе неплохо. Так, и это сюда. Так, 15 есть, да? Все, погнали. А что сверху? Не воспользоваться, я понял. Поставим. Ну вырубайся, господи. Что тут сделаешь? Так, почему-то мне кажется, что надо будет заманить с собой зомби. Так, что с собой взять? Ну, конечно же, траву. Так, ну хорошо. Прокатило более-менее. Так. На дробовик, пожалуйста. Ну вот, здоровье, конечно, не очень сейчас. Да. Батя, травы стал пить. Так, зеленая, конечно же. И мы, наверное, там сразу закусим пока. Не вылечила. Так, спарк шот поместился. Нифига их. Наперло. Порядок. Концентрация, блин, конечно, тут нехитро как-то. Блин.
Спасибо, сейчас вообще пожрет. Так. О. Это жестко. Ну хорошо, патроны более-менее получилось сэкономить, но мне кажется, об этой части придется прям вообще на полную тут жарить, перестрелять всех кедрений фенит. Ну это же ты. Чё? Я комп, наверное, на в принципе никогда не выкину, даже когда он устареет. Так. Окей. Действуем аккуратно. Получилось аккуратно. Так, где лизун? Где ранец? Вот ранец. А, блин. Твою мать. Ну это сразу же можно падать, короче. Денечка, конечно. Ну, короче, плохо дело. Так, вот. Все, погнали. Но такими темпами я не добегу. Меня сейчас он быстренько. Ну, я так и думал, да. Все, короче. Прилегли. Да прям нас он метростроит там целый. Так, warm up complete. А, так это разминка была? В смысле, а как теперь она должна работать? Режим, конечно, жесткий, ничего не скажешь. Я не знаю вообще, то пройду ли я за сегодня, ну, хоть один из них. Я не привык явно, опять же, таки, к такому жесткочу. Ну или просто не хватает навыков. Вот и все.
Так, было сказано, что встреча в канализации. Поэтому там канализация, там, скажем так, это уже наш проход на свободу. Гайд уже целый. Забавно, как народ сейчас 20 лет спустя по новой пишет гайды, там все дела, короче. Снова вот такой ажиотаж вокруг резидента, ну, как будто абсолютно вот новая там игра, то есть ни разу такое не выходило еще. И это прикольно. Но как будто Resident снова стал в моде, скажем так. Так, ну чё, короче, пальнуть пока, наверное, вот этого два чувака. Я думаю, чтобы не цепануло меня, я пристрелил его сейчас просто-напросто. Он заберу это свой рюкзак. Вот. И как только вылезет эта падла, я пальну, короче. Типа вот так. По здоровью нормально все, да? Ну, что-то из этого, короче. Ну да, они добили лишь отличного, скажем так, результата. Так, чел. Я не хочу, чтобы ты на меня напал сзади, поэтому, ну, пошли, я тебя отведу куда надо. Вот или так, просто давай сделаем. Во. Так, парни, здрасте. Один. Так, и каждому по сусалам, короче, надавали, нормально все. Здоров, голос, смотри, часик. Да. Здорово, Юникл. Мы тут плюшками балуемся. Так, значит, что мы можем сделать? Тут надо скомбинировать. Раз. Пистолетная у нас про запас, опять же, пускай будут. Так, теперь поехали с порохом разбираться. На дробовик пока что. Раз. И второй на дробовик. А не получится. Ну, пускай на магнум будет, ладно. Мало ли чё. Так, ну и теперь, короче, наша фирменная пробежка по коридору с танцующими зомбями. Есть. Потрачено. Да, здесь надо с тактикой проходить, потому что вообще зопа. Так, значит, что у нас тут? Зеленая трава, конечно, пожалуйста. Потому как я попадаюсь очень часто слишком. Так, и тут он такой сейчас тут заваливается, да? Давайте так, я попробую заманить его сюда, да, вот. Заманю. И пока никто не встал, о, сделаем такое вот себе дело. Так, ты встать не можешь, не надо. Просто ляж. Вот. И теперь подъем, давайте, господа хорошие. Так, занимаем позицию. Занимаем. Так. Ближе. Ближе. Ближе, бандерлоги. Еще ближе. Вот так вот где-то, да. Так, один остался. Но это лучше, чем попасться, как было вам в тот раз. О!
Хорошо, неплохо получилось. Порох, порох, порох. Перемешивать теперь уже травы брать, что ли? Ну да, да. Я прихочу, конечно, все, что можно, так что будем сейчас комбинировать. Так, это с собой на дробовик. Это сюда. Это можно вот так. Ну и поехали. А пока что более-менее удачно все проходит. Так, конечно же, красную может взять. Давайте возьмем, наверное. Или нет. Ладно, давай красную. Да уже это мы решились, так что нормально. Так. По ногам. Есть, есть. Забираем барахло. Ну, которое не получится, да, там забрать. Так, тогда пока что, что выбросить, наверное, порох. Забрать паркшот. Так, еще раз. А, ты уже тут? А в этот раз он пошустрее как-то прям. Без паники. Без паники. Так. Перво-наперво, короче, надо устранить вот этого ублюдка. Он меня просто каждый раз жрет. Я же думаю, что надо опять погасить, поэтому я потрачу боезапас, но я это самое перестреляю. Так, где они есть? Да иди ты в жопу, бля. Ах ты падла. Не, ну понятно, что он здесь, но вот как его забайтить-то? Ну, патронами не работает. Ладно. А что если... Что если пока что дробовик? Вот, сделаем так. Ну понятно, что на помосте, да, мне тронет. Но если я спускаюсь с того... Так, чё, живой? Живой, нормально. Поехали опять. Так, где оно есть? Так, ну ладно, уже немного. Если кровоточит, его можно убить. Да, как говорил, как старина Шварц. Да сдохнешь ты, да? Ты посмотри на это дерьмо. Так, минус один. Фух. Ну и второго сейчас еще забайтить и...
Иди за мной, какашечный монстр. Понятно, этот готов. Ну, пробежать как... Нет. Так, где-то есть подлюка. Вот зараза, прячется. Да блин. Так, понеслось дальше. Начинается. Так, хорошо, ну раз уже траванули, значит давай лечиться. Только бы не еще один. Фу. Но, блин, вот это вообще плохо, слушайте. Блин, все патроны ушли. Твою мать. Все пропало, короче. Там еще и растение это. Ну да, короче, я попал, все. Дайте патроны. А, нет. Ну все, короче, я труп. Пипец.
Ну, а второй напарник чё, не? Давай. Это жесть, товарищи. Ну хорошо, если так подумать, то стратегия как бы до момента с канализацией работала, так что я повторю те же самые действия, наверное, все-таки. Твою мать, блин, траванулся еще. Так, ну понятно, теперь понадобится... Понадобится синяя трава, короче говоря. Так, понеслась. Ну-ка. Так, фирменная пробежка. Твою мать! Ну блин, каких-то полшага не добежал. Так, что мы сделаем? Зеленая, пожалуйста. Так, ничего по состоянию. Сделаем так. Так, дорогой, давай, то за мной сейчас иди. Вот идешь. Молодец. Молодец. Ближе. Еще ближе. Ну, где-то так. Сразу не помрет никак. Помри. Так, все, понял. Ну все, короче, завалит. Да. Не.
не пошло дело, короче. Пец. Да не, это уже как бы очень плохой забег. Поспешил, короче. I am dead. Три дня спустя, да? Так и думал. Короче, главное не торопиться все-таки. Теперь уже не получится явно, даже потому что я ранен, поэтому бегаю на 25% медленнее.
талана, серьезно, что ли? Да что с коленями, ля, вообще? Жесть какая-то. Опять без патронов остался. Так, шотган. Работали. Так, что мы можем сделать? Мы можем, конечно же, накомбинировать себе на дробовик наш верный. Возьму, наверное, синюю. С учетом того, что мы потратили ту и придется проходить через канализацию, то это просто... очевидный выбор. Дело. Ух ты ж, блин. Ни хрена себе. Фух, так. Хорошо. Ну, пойдет. Что-то типа такого. Так, смешанную траву, конечно, чего бы нет. Ух ты!
Не пытай пройти. Так, Кенда не поняла только. Да ладно, серьезно, что ли? А, блин, тупик. Так, понятно, плохо дело. Короче, я полечусь, наверное, сейчас. Нет. Сделаем так. Здесь, оказывается, тупик. Что же я натворил-то, а? Так. Все тут, что ли? Фу, твою мать. Так, а куда идти? Нет. Так, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Вот это попал. Так, пошли назад. Так, еще кто-то остался. Ага. Этот чел остался. А, кстати. Так, хорошо, я этот слег. Где это падла? В этот раз еще то пришел там хуже, чем этот самый, чем было. Так, трав нет, ничего нет, короче, толком, да? Сейчас обойдешься. Это пипец. Твою мать, еще. Не похоже.
Нифига несправедливая битва. Так, что-нибудь, нет? Нет. Не подкинут даже ничего. Ах, следующий. Неплохая вещь. Все. Твою. Понятно, короче. Все понятно. О, да. Фу. Так, пора, наверное, остановиться. Я так чувствую, опять-таки, от того, что я продолжать буду, я лучше не стану. Так, так, что за аксессуар? R. Чито? Что это даст мне? Погоди. Создать гранату за счет комбинирования предметов? Так, можно что ли? Так, закончить опять же таки runaway. Ага, понятно. Так, ага, понятно. Так, ага. Ну, сыграйте те в Ghost Survivor 10 раз, уже пройдено 6 раз. Чё, на 4 раза еще попробую. Сложно, короче, ничего не сказать. Я явно как бы не специалист в подобных прохождениях. Так. Thank you.
Господи, как я так вообще? На криворуки. Так, раз. Два. Так, пробежка, пробуем. Блин, но все равно не так. Что ж я не так сделал? Да блин. Что-то в этом там роде, короче, будет у нас. Yeah!
Так. Пройтись попробовать, может быть. Так, травы есть, да? Значит, что мы можем еще сделать-то? Так, 10. Или граната. Кстати, еще по карте. А, понятно, тупик. А, откуда нам надо идти? Кстати, тоже получается. Сама сюда, что ли? О, блин, а ты откуда взялся? Так, там 40 патронов есть, да? А, рисковать, не рисковать. Так, это если я поднимусь там сейчас, спущусь, да, то... А, что мы имеем? Ну, по-моему, вон там подняться нам не дадут. В смысле? Ты смотри. Доползла.
Ну привет. А ну-ка пустой. Твою мать. Ну смотри, блин, начинается. Ух, ничего себе. Так, ну ладно, хорошо. Справились здесь. Ну что мы заберем оттуда теперь? Слот освободился, я так понимаю, что... Так, патроны пока есть? Есть. Да, смесь давайте заберем. По любасу вообще. Сейчас еще одна влезет. Так, что по карте? Не туда. Вон оно что. Так, ну ладно, это уже неплохо. Сколько вас? Так, что взять-то? Так, что-то здесь сейчас у нас уйдет, и я так чувствую, это патроны на дробовик. Готов. Так, что мы с собой возьмем? Ну, если прихватить магнум, то патронов у нас и так не будет, да? Сделаем так. Попасть не можешь. Кенда, мать твою, ну что ты как маленький. Так, ладно. Это по нашей части. Так, значит, что мы делаем? Мы перемешиваем, короче, сейчас, наверное, на дробовик все возьмем. Так, подгорел, но еще жив.
Вот это уже плохо. Ну, погнали. Так, надо уходить. Надо уходить. Что он? А, блин, узковато. Узковато, давайте попробуем. А, не получится стоять, да? Так, ладно, пробуем. Ну хоть что-нибудь дайте, а. Так, по идее, можно пробежаться еще наверх, но я пока не знаю. О! Это интересно. А, так, зеленую. Ну да, да. Если траванемся, то, по крайней мере, хоть у нас... запас. Так, что у нас вообще осталось? Не густо. Следующий. Так, что происходит? Куда я вообще попал? Твою ж налево, что тут творится? А стрелять тебе-то нечем, мужик. Нечем. Вовсе, короче. Живи уже, давай. Подлечиться. Да ладно, вообще ничего, что ли? Зря прошелся. Ну, погоди. Это мне, что ли? Так, перемешиваем. О, да. Четверо. Четверо. Блин, парни. Ну, чего-чего, но такого я прям не хотел. Так, сейф, понятно. Место вот так. Ну ладно. Первый пошел. Danger. Ну и пора подлечиться. Тихо-тихо-тихо.
Ну нет, блин, двое прям. Так, и задник встал. Беги. Кто там? Это кто такой? О, нет, 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 товарищи, нет. Блин, давай, давайте. Ну все, короче, попадался. Ладно, серьезно? Нет, не серьезно. Так, нет. Что-то не хочется, не хочется дальше куда-то бежать. Но я понял, в принципе, для чего эти режимы нужны? Они для спидранеров каких-то, так, которые там вообще мочат жестко. Понятно, все, в общем говоря. Бонусы. А, ага, понятно. Так, 10 раз не... Это пипец. Так, хорошо. Значит, в принципе, показал. Я думаю, что проходить, наверное, вот это все надо до под настроение, которое сейчас на текущий момент не очень, скажем так. Вот. Поэтому на сегодня пора заканчивать. Я сейчас еще там позанимаюсь, ну, какими... делами там, наверное, спать. А завтра посмотрим там, если будет возможность, то постримлю, если нет, то выходные, тогда я на отдых там, скажем так. Так, там что еще? В скором там времени там Silent Hill у нас еще планируется, но пока что, то мне кажется, это далековато еще. Ну, так что на этом нам сегодня заканчиваем, и все. Всем спасибо. Если что, заходите на канал, посматривайте на панели. Если появится какая-то новость, то вы будете в курсе. А на этом все, и всем пока.